Когда я вернулся домой и протянул матери оставшийся хлеб, она вопрошающе посмотрела на меня. «Неужели ты съел хлеб, не дойдя до дома?» — спросила она. «Нет, мама, я дал поесть одинокому, умирающему человеку», — ответил я. «Зачем же ты это сделал, если знал, что он все равно умрет?» — спросил отец. И я ответил: «Чтобы он умер в благости, а не в отчаянии. Нас ведь учат, что человек будет чувствовать в момент смерти, в том мире и будет обитать его душа. А он был полон скорби и отчаяния. Я не хотел обречь его на такие страдания». После этих слов я почувствовал, как ощущение силы заполняет мое юное существо. На счастье матери, ей встретился мой новый, воспитавший меня отец, который разглядел ее прекрасную душу и женился на беременной, спася меня и мать от еще большего позора. Когда мать косяк, я любил того, кого считал отцом и гордился им. Поэтому...